Доброе утро. Сейчас я уже приняла ванну. Сейчас быстренько соберусь. Сейчас надо немножко все уложить, прежде чем ее уложить. Но не именно, но только на саму чулку. Вот это средство для объема от Тиджи. Сегодня мы поедем. У нас сегодня годовщина. Свадьба. Сегодня с Тимуром поедем. Немножко отмечать. Да что ты не выдавливаешься? Будем отмечать, что мы еще уже 3 года как женаты. Так, Тиджи я нанесла на челку. Сейчас пока без фена, просто немножечко. Подниму челку, дегудежкой закреплю, потом я буду это все феном укладывать, пока вот так. Просто мне сейчас это нужно нанести на всю длину, ну, на длину волос, вот это вот масло от Ладор. Потому что кончики очень сухие. Потому что сейчас даже вспоминала, как мы, получается, женились. Потому что мы, получается, наша свадьба была в этом году как раз. Скажем, пик коронавируса. Мы, получается, вообще как бы в ЗАГСе были только мы вдвоем. Ну, понятно, регистратор, который был как бы за стеклом от нас. Мы были в масках, и в перчатках. Нам, да, маски разрешили приспустить только для первого супружеского поцелуя и снять перчатки. То есть уже когда мы надели друг другу кольца, понятно, мы это все вот сделали, и снова надо было надеть маску и перчатки. Я не знаю, сейчас найду эти фотки или нет, там как мы сидим в перчатках, это так странно. Сейчас это все вспоминаю, такой, ну блин, все-таки это так своеобразно. Конечно, у нас планы из-за коронавируса очень сильно все поменялось. Благо нам деньги за банкетный зал, за все вернули. Но, конечно, не так, все было не так, как мы хотели, конечно. Но ладно. Как говорится, не это главное. И сейчас начну сушить волосы феном и челку. Кстати, у этого есть эффект термозащиты. У Тиджи. Пока немножко волосы естественным путем подсыхают, я хочу немножечко подкраситься. Кажется, так сижу смешно с бегудяшкой. Так. Уже после ухода я нанесла вот такой вот стик солнцезащитный от James Solution SPF. Я его уже использую с января месяца. И посмотрите, регулярно. При этом мы еще несколько месяцев были в солнечной яркой Турции. И вот еще сколько осталось. В общем, очень экономичный расход. Вот. Сейчас снова вернусь к теме того, как, получается, мы в 2020 году женились. Так как в России в это время были очень сильные ограничения,
Тимур, он из Башкирии. И, получается, его родители, и там сестра и брат, они все в Уфе на этот момент были. То есть, понятно, как бы тоже они должны приехать. И мы долго еще не знали, они смогут приехать или нет, потому что нельзя было ездить между регионами. Мы были в Татарстане, в Казани. Нельзя было ездить. В итоге там за пару дней до этого открыли границу между регионами, можно было ездить. В итоге они все-таки приехали. То есть мы устроили, скажем, небольшое застолье в доме, потому что все закрыто, никакие кафе, ничего, никакие там рестораны, ничего не работает. Вот. Было все в таком вот формате. В мини. И да, я уже, по-моему, успела сказать, что еще в марте, когда, скажем, все вот это ввели самоизоляцию, карантин не вводили, ввели самоизоляцию, то есть нужно было сидеть дома, никуда не ходить, но единственное, я ездила на работу, потому что я тогда работала в Росреестре, и я ездила на работу. Вот. Получается, мы только внесли, скажем, мы посмотрели помещение, где мы будем, у нас будет банкет. Все, мы внесли предоплату, мы уже там начали готовить пригласительные. И потом через неделю буквально все закрывается. Конечно, мы расстроились. Нам, ну, то есть без вопросов вернули денежные средства, потому что все было непонятно. Все говорили, что вообще когда что откроется. Мы сначала ждали, что может быть откроется, но нет, в итоге вернули деньги за банкетный зал. Единственное, как бы мы еще вносили предоплату фотографу, видеографу, ну, с видеографом ладно, а фотограф, как бы, мы в итоге просто сделали прогулочную фотосессию свадебную. Все окей. Еще хочу смешать вот эти два тональных крема. Самое помню, что у нас, получается, 3 июня было этот ЗАГС. И в мае, в середине, у меня ломается машина. Ну, как ломается? У меня ремень Грэм прям на трассе просто рвется. И на трассе я нахожусь, получается, в этот момент где-то в 60 километрах от Казани. И ремень Грэм, ну, то есть, думаю, многие, наверное, кто у себя в автомобиле, кто понимает, сколько это денег. И плюс мне нужно было еще привезти машину на эвакуаторе. Казань. Это тоже стало в приличную сумму, то есть я, скажем, все деньги, которые я думала, я потрачу, ну, типа, чтобы просто, типа, порадовать себя как невесту, там всякие ништячки, там какие-нибудь подарочки самой себе, может, куда-нибудь там с Пасхой, их просто себя порадовать, они ушли просто в машину. Благо, у меня ремень Грэм порвался, но клапана не погнула. Я помню, я машину оставила, привезли в автосервис. Мне должны были в этот день позвонить, сказать, там клапана погнулись, погнулись, помню, сидела на работе, прямо тут там либо клапана не погнулись, либо, потому что я понимала, что если клапана погнулись, то ремонт просто становился бы X2 или X3 цена ремонта. Была, и хорошо, что все в порядке. Мне, помню, позвонили, я такая радостная была, я там сразу в отделе сидела, такая всем сказала. Ну, там девочки не особо, у меня поняли, там парень юрист понял, такой, зря, говорит, блин, говорит, ты легко оделась, ну, не легко оделась, что ремень ГВМ порвался без клапанов. Но там ситуация была даже не сколько времени, а что я заглохла на трассе, буквально в пару метрах от ЖД-переезда, от активного ЖД-переезда, а машина, то есть когда ремень ГВМ порвался, машина, все, ее даже толкать было невозможно. То есть это так... Ну, в общем, мне повезло, что я не, скажем, не заглохла, не сломалась прямо на ЖД-переезде. Я тогда вообще была расстроена, мне все деньги на это ушли, плюс тогда у меня кошка, Люся моя, заболела. Она получила травму, я очень сильно за нее переживала. Она была в очень тяжелом состоянии тогда. Когда вот как раз вот у нас вот эта вся свадьба, она была в тяжелом состоянии. Она прям... Ну, у нее, в общем, травма по спине, позвоночника произошла. То есть я прям вообще за нее очень сильно переживала. Я думала, блин, зайчик мой, лишь бы выжил. То есть очень такой нервный, плюс
На работе был трешак. Мне не совсем хотели отпускать в отпуск, а как бы по закону, так как я уже хожу замуж, мне не сколько отпуск, мне должны были 3 дня дать как выходных официальных. Мне никто это, естественно, не делал. Вообще в день, когда у нас был ЗАГС, я работала. То есть я поработала, и мы сразу поехали в ЗАГС. Вот так вот. Конечно же, мы немножко опоздали. Я работала. Плюс у меня такая, довольно нервная работа на тот момент была. Стресса вообще, плюс еще на работе. Мне, помню, начальница мозг втряхала только так тогда. И потом сразу же после этого, на следующий день после, получается, это ушла в отпуск. Но мне даже в отпуске трогали. Тогда Тимур сказал, все, выключай телефон, ничего не знаю, ты в отпуске. Но когда я пришла с отпуска, я уже поняла, что по отношению к себе, как... Короче, вот все 2 недели, что я была в отпуске, работа скопилась, и там было... То есть я прихожу, всю работу, которую я успела сделать в отпуске, ее сдали. Сам начальница сдала ее, сама это сделала я, хотя это я там вообще... Даже после ЗАГСа мы вот приехали, мы погуляли, все там немножко отпраздновали. Я в эту ночь сидела, тоже работала, уже у дома. За капом. То есть я тогда вышла с отпуска, на работу скопилась, и там я прихожу в первый день, говорю, там столько-то дел, которые нужно сегодня закрыть, успеть отправить. Я такая, я просто понимаю, что меня конкретно подставили, потому что, то есть меня должны были заменить, меня никто не заменил. Вот работа скопилась. Естественно, я в этот день осталась на работе вообще там. Не знаю, допоздна. И я в этот день... мне и так Тимур говорил, увольняйся. Что-то тебе, если тебе не нравится, будешь делать то, что тебе нравится. И все. Я написала заявление. И мы потом вообще переехали из Казани в Уфу. Не люблю этот период, если честно. Сегодня у нас 3 года. 3 года. Это получается какая свадьба? Кожаная? Кожаная свадьба вроде бы. Нас спрашивают, свидетельство, регистрация брака, нас спрашивают, вам, типа, вы кто по национальности отмечаете, кто по национальности? Мы такие, конечно. Говорю, я татарка, может татарин, типа, еще отмечать. Потому что многие не отмечают. Сейчас вообще с вами все равно, мы такие, конечно, отмечать, что мы татары. У меня что тут? Гематогенка в виде перекуса. А, пришла. Главное по гематогену. Чего тебе? Она так любит гематоген. Все, остается, уходи. Не мешай, не иди. Да, сейчас не уйдет. Так, на глаза я уже нанесла вот этот вот оттенок, сиешку вот эту, из палетки Том Форда. Осталось нанести только тушь, сейчас еще вот этот вот тинт от Too Faced to Scott, это корейский бренд, нанести. Чуть-чуть прям соскучилась по красным губам. Значит, я не буду яркие губы делать. Немножко цвета просто добавлю. Don't
Thank you.
сделали какой-то шкентский чай, и вот здесь вот. Да, да. Поедем обратно.
кстати, вот такая вот маленькая кока-кола стоит 25 сон. Такая маленькая, и это очень выгодно, это даже выгоднее брать, чем, допустим, литровку, либо полуторку и тому подобное. Потому что такая вот масюсенькая 25 сон, и, ну, то есть, иногда вот именно вот такой объем самый лучший, потому что, чтобы не тащить огромную бутылку с собой, а вот такая вот маленькая, и все. А, уже не работает. Вот на вот этой штуке прокатить, конечно, прикольно, но я приехала в юг сейчас, то есть, вот этот... Не покатаешься. Красивое небо. Так вот прошел. Так вот прошел день нашей годовщины. Если честно, даже не, ну, иногда так, типа, 3 года? Да, 3 года уже женаты. Так думаешь, ого, 3 года. Ну да, 3 года. Мы, получается, мы как-то, ну, то есть, женились. Это был коронавирус. Немножечко пошли послабления. Ну, как послабления. Мы, получается, я замуж выходила в маске и в перчатках. Что-то пересвет пошел. Тимур пошел деньги. Тимур пока деньги снимает. Потому что мы сейчас всю наличку потратили на шашлык. Вот он сейчас деньги снимет. А я что-то долго, кстати. Пойду обратно.